Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, ежедневки, давай посмотрим, что у нас сегодня. Нанести 20 единиц урона героям-разгромом. Уничтожить 5 зомби и нанести 20 единиц урона героям-супермозгом. О как. Ну что, наверное, пойдем вначале сыграем за разгром. Так, давай-ка мы посмотрим. Все, ребята, колоды старые я поудалял. Поудалял и хочу что-то новенькое создать. Как думаешь, такая команда здесь прокатит? А мне кажется, нет. Знаешь почему? Потому что я кое-что забыл, по-моему, взять. И забыл я взять... Ну да... Подожди, забыл я взять, знаешь что? Двух орлов, которые мне здесь нужны. А именно... Так, я даже этих забыл. Что это за... Раз, два... Что-то хапнул, что-то не того, что надо. Так, ландшафт. Вот это, наверное, нам надо убрать. Давай-ка мы, наверное, возьмем. Да где эти-то мои? Я не могу. Вот они. Раз, два. Раз, два. Три. Ух, погнали. Посмотрим, что у нас из этого всего вообще получится. Разгром. Что-то попытался я вроде как создать спортивную колоду, но она такая. Спортивная, полуспортивная. Бонг Чой. Окей. Ну давай так, наверное, оставим пока. Пока ничего я не буду ставить. Пускай он там сам выставляет. О, видишь, как начинает. Начинает с ореха. Че, ореховый, что ли, у тебя там? Ну да, у него может быть такой бзикос. Давай проверим просто. Он, по идее, должен прикрываться. Так, привет, я в видео попал? Попал. Ну, что он сделает? Дополнительную атаку сейчас может... Что? Ох, ох ты. Серьезная заявочка, друзья мои. Так, будет он, интересно, защищать или нет? Да ты заколебал, а? Нашел, чего вытащить. Ну, что творит, а? Погнали. Пеню. Как-то вот так вот у них получается здесь все. Ну, естественно, тут прокачивается халабуда. Я вот так вот сделаю. Это что, у нас не спортивный, не ШШ? Я думал, что он спортивный комментатор. А он не спортивный, не ШШ. И это плохо. Две единицы по земле. Да делай ты, что хочешь. Погнали. Угу. Так, это что у нас делает? Зомби получает 3 к атаке, да? Что бы мне тут сделать? А, друзья? Погнали. Сделаем вот так.
Если я сделаю это, он прокачает, да? Он прокачает. Блин, что делать-то? Ой, друзья, не знаю, что и сделать. Давай так, ладно, сделаем. Отдуплились. Меня этот напрягает уже, если честно. Как его буду бомбить? На, ребят. Ты можешь мне подсказать, как его буду бомбить? Я ума не приложу. Ну давай так сделаем, шиш с ним. Сейчас какую-нибудь бомбочку бомбанет, уничтожит, это как в лицо даст тридцатник. Ох, будет весело. Но в лицо-то если он даст, даже, ребята, у нас погибнет в первую очередь страж. Просто у меня нет, ну, ни ракеты. Есть один чувачок, который может его уничтожить, но он мне пока что-то не выпадает. Вот что он сделал, понял? Ну, допустим. Это мы тоже переживем. Стражника, конечно, подбили. Ну, почему он не выпадает, а? 30-16. Жесть. Ну, жестко, жестко, друзья мои. Что я еще могу сказать? Трындец, не могу завалить вот этого хламона. Я в шоке, ни бомбы, ничего нету. Ладно, погнали. Просто впустую трачу, ребят, то, что вот сюда вот выставляю, вот впустую. Ага. Давай-ка, завязывай, парнишка. 60-26. Следующая будет 120, что ли, на следующем. Блин, я не знаю, ребят. Что сделаем-то? Что ты тут сделаешь? Да тут ничего ты не сделаешь. Мне сейчас просто ставить некого будет сюда, ребят. Где твою налево, блин, мой... Кто мне нужен-то? Где он, блин? Да какая, блин, арена твой... Налево, блин, арену он мне тут дает. Что у нас есть у Банкчо? У него есть, по-моему, дополнительная атака. Еще не легче. Да неужели, твою налево, ты появился? Блин, прям не верится своим глазам, ребят, он появился. Тот самый, которого я искал. Ну, наконец-то, твою налево. Избавились, блин.
Опачки, опачки. Да? А в сторонке постоять не хочешь, парень, а? Погнали. Сейчас эта бомбочка взорвется еще. Ой, хорошо-то как. О, Йети прибыл. Йети прибыл. Давай посмотрим, что они тут выдадут. Ну, так, чеснок. Гарлик в простонародье. Эть, гарлик, да? Не нравится, я знаю. Хорошо вышло, ребят. Ну что ж, забомбили, прошли, 20 единиц урона мы нанесли, как полагалось. Я офигею, я просто в шоке был от этого. А если бы он еще бы одного только такого поставил, я не знаю, что бы мы делали. Так, уничтожьте 5 зомби. Так, нанесите 20 единиц урона супермозгом. Блин, супермозгом. Давай, наверное, попробуем вначале забомбить зомби. Горошиной нашей или кем будем бомбить? Ну, наверное, горошные пока. Поиграем, попробуем, ребят. Нужно уничтожить 5 зомби. Любых, я так понимаю, да? Не имеет значения, каких там. Итак, против нас. Твою налево, заразительная сальца. Своими танцульками, шпульками. Ну, сам понимаешь, да? Да там не только танцульки, шпульки, там... Там дофига что есть. Угу, началось, да? Погнали. Сдулся. Ну что, следующий такой же танцор будет, да? Я понял. Погнали тогда. Бобовые. Такс, что у него там может быть? Даже, друзья, не знаю, если честно. Ну, наверное, сделаю вот так вот. И вот так. О, комментатор. Ну, почему-то я его называю комментатором. Не знаю, почему, ребят, комментатором называю. Окей. Блин, какой-то горелый, а. Давай так сделаем. Мне нужны стручковые. Все, да? Погнали. Так, так. И так. Ну вот, теперь давай попробуем. Чем мы тут будем пробовать, не знаю, правда.
Короче, сюда. Сюда. Ну, естественно, сюда. Кого, сюда, что ли, бомбит, что ли? Плохо, друзья мои, плохо. Сдуваем кого-нибудь. Любого сдувай. Отлично. Теперь пускай выставляет своего танцора, а дальше мы посмотрим, что будет. Вот так вот, да? Так, ставим сюда. Пум-пум-пум-пум. Так, ставим здесь. А здесь вот так вот сделаем. Смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Хотя 4 урона в лицо. Блин, ну 4 тоже неприятно, согласись. Ага. Давай, 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 раскочегаривайте там друг друга. Я прям не верю своим глазам, ребят. Но радоваться рано. Нет. Сколько он там? 2 единицы урона, да, наносит? Да не дай бог еще там у тебя один такой же. Проверим. Ребята, если у него сейчас... Ты серьезно сейчас? Получи, гаденыш. Ребята, вот это... Вот это был фарт. Вот это был фарт. Ай, как это было красиво, друзья мои. Блин. Как это было красиво. Я, честно говоря, думал уже все. Нам кирдык. Серьезно говорю, я думал, что все. Но выкрутились. Так, что у нас там еще? Нанести атаку супермозгом? Вот этим, да? У которого 1000 всяких колод ненужных. Сейчас будем, ребята, что-нибудь с вами создавать. Профессор. Мозговая атака, да? Что тут можно сделать? Ну, наверное, возьмем вот этих двух. На чем вообще тут адаптироваться? Не знаю, можно, в принципе, на этом попробовать. Можно на танцорах, но это бред. Допустим, сделаем так. Ну, сам понимаешь, да? Чем больше, тем лучше. Чем больше у нас обычных, простых таких, тем лучше. Хм.
А как нам удешевить? А, нам удешевить никак, нам только лишь... Ну, я понял. Так вот, если только взять. Удешевить у нас не получится наши карты. Как бы мы этого не хотели, да, получается? Так, подожди, что-то перебор, по-моему. Что он тут убрать? Давай посмотрим. Я не знаю, ребят, какой-то... Какой-то... Я не знаю даже, как назвать. Пробная колода. Ну, сколько там нужно? 20 единиц урона? Или выиграть надо? Из этого профессора вообще играть не умею. И... Колоду сейчас составил, ну, в принципе, только на чем. Ой, блин, Роза, ну куда ты, блин, лезешь? Ну, Роза, ребята, чё? Ну, а что я могу сделать? Вот выпала она. Будет интересно уничтожать? Ха-ха, уничтожил. Пропустим. Да, конечно. Иди, подсолнух, к чертовой бабушке. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Давай так сделаем, наверное. Что-то Роза спокойная. Видимо, на хилах работает. Тебе не кажется так? Слишком спокойная Розочка. Вот что у нее там есть. Поехали. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Давай так сделаем. Окей. И вот так. Смотрим дальше. Вот. Вот, видишь, что творит? Блин, кто будет выстрелить? Давай ты выстрелишь. Погнали. Так. Подбили. Крылышки нам. Пим-пим-пим-пим. Давай сделаем так. Заморозка. А кого ты заморозишь? Заморозить ты можешь, я не могу понять. Непонятно. Розу позвал. Че, действительно, что он на хилах работает? Я не могу понять. Так, я, наверное, вот так вот сделаю. Что еще можно сделать, друзья? Вот так, наверное.
Это вот бесит, конечно. Угу. А как вот... Пробивнухи нету, понимаешь, в чем дело? Пробивнухи нету. Так, ну этого бомбанем, это понятно тут уже. Этому не жить. А ведь сейчас, друзья мои, он превратит в козла или в розу. Понимаешь, в чем дело? Да ну, твою налю, ну почему заморозка-то именно, ё-моё. Друзья, почему именно заморозка? Блин, ну что тут делать? Вот так, что ли? Смотрим. Да ты серьезно, что ли, сейчас, а? Да у меня нечего поставить. Два музыканта, блин. Ну, друзья мои, столько набрать карт легендарных, тут извини меня, блин. 33 этих фиговины нахапал. Как тут, понятное дело, не пробьешь, блин. Так, подожди, а мне нужно что сделать-то? Супермозг. Блин, супермозг, а не мозговая атака. Супер... Это вот этим, что ли? Ай, друзья мои, вот это да, вот это я лопухнулся. Вот этим мне нужно было атаковать-то. Да. Замечательно, да? А я там сижу. Погнали, попробуем. Трындец, слился, просто слил один проигрыш просто в никуда. Захотел, называется, поиграть. Поиграл. Вот розы меня бесит именно вот этими, ребята. Потому что все розы, которые мне подаются, именно вот есть у них вот эти вот плевуны несчастные, бесявые. Раздражают очень сильно. Цитрон. Тоже не легче. Компания, блин, выпала нам. Поехали. Первого хода у меня, как всегда, нету. Что он дальше сделает? Ну, поставлю ее на воду, например. И что творит? А могилоед наверняка у него есть, да? Наверняка у него есть могилоед. Thank you.
Ох как. Ох как. Какая-то карта дешманская на самом деле. Ну, допустим, давай я сделаю так. И вот так. Сейчас защиту поставить свою, наверное, щиты у него там. Нет, почему-то взял. И поставил вот этого. Превращает в случайного. Да пускай лучше бомбанет разочек по нам, да? Погнали. Зато зачистку сделаем. Такс. Давай я так вот поставлю. Посмотрим. Крокодил. Крокодила выкидываем отсюда, да, друзья? Будем знать, что там у тебя крокодил. Все зомби... А это не лаборант же, нет? Наука, да, это лаборант. Погнали. Ставь своего крокодила опять на место. Эх, крокодильчик, крокодил. Сундучок. Пока все. Груша. Понял. Поехали. Чё, блин, сделать-то? Может быть, вот так? И вот так? Я говорю, ребят, это трындец, блин, достанет вот. Хотя бы сдох. Хотя бы сдох. Смотрим. У него еще наверняка такой есть чудик. Эх,
еще творит. Стены рех ставит. 6-7. Это плохо. Что тут сделаешь? 8. Нам надо делать вот так вот. И вот так. Больше? Я, ребят, не знаю, что еще тут предложить. Да это-то фигня, что достал эту фигню. А вот это вот не фигня. Ну что будем делать? Выкидывать этого, да? Конечно, этого надо выкидывать. Погнали. Заскулил. Так, если он опять своего гробовщика позовет, это будет плохо, да? А ведь он его позовет. Пять и три. Пять и три. Давай так, наверное, сделаем. Что еще я могу сделать, ребят? И сюда сейчас поставить свою эту могилу хренову. Могилоед у него появился, прикинь. Ну, ребята, энергии хватает могилоеда поставить. Что? Кого он берет? Этого? Понятное дело, что этого. Все, по ходу дела, приплыли, ребята. Да, даже защита не сработала. Но я как мог отбивался. 20 единиц урона не нанес. Поехали еще разок. Кстати, тут недавно колоду делал. Почему-то ее здесь нету. Она у меня на планшете, ребят. На iPad'е. Короче, сейчас попробую сделать ее аналог, который у меня там есть, которым я пока выигрываю. Например, раз-два. Она на пиратах. Как бы акцент делается на пиратах. Раз-два. Раз-два-три. Раз-два. Этого. Этого возьмем. Как-то вот типа такого. Раз, два. Да куда ты? Такое ощущение, что что-то не хватает.
Чего тут не хватает, непонятно пока. Ну, что-то приблизительное, ребят, вот такого макара. Не скажу, что это супер прям точно, но как-то вот так. Сейчас посмотрим, что нам выпадет. Ну давай ты, господи, не томи уже. Нашли. Так, 27-й ранг. Это у нас, ух, твою налево. Да-да. Это у нас капитан Огонек, собственно, блин, персоны. Пока ничего я тут не буду ставить. Чего? На грибах? Нет, ребят, что тут не то. Чего-то здесь не то. Так, если у тебя еще и могилоед будет, я вообще буду удивлен. Грибы на грибной поляне все это. Что это за фокусы такие, ребят? Ну давай, хорошо. Ставь грибы свои. Честно говоря, немножко удивлен. Опа, бонусную атаку делает еще. Нормально? Но мы тоже бонусную атаку сделаем. Умный ты наш. Поехали. Так. Так. Что-то выжидает, ребята, что-то выжидает. Чего выжидает, пока не знаю. И еще одну грибную фигню ставит, прикинь. А что он такого хочет здесь сделать? Интересно. Ну, понятно, сейчас грибами тут все заставит. Сейчас здесь, если появится гриб, он начнет еще плодить грибы и... В таком все духе. Смотри, как ему повезло, а. Все, что ли? Ага, ага, прокачан. Ну, этот сразу улетает отсюда. Пошел отсюда. Погнали. Пиу. Да, 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 да. Срабатывает у тебя. Бонусную атаку, да, сделаешь? Он просто уничтожил. Нет, не уничтожил, но... Практически, друзья мои. Победил. Победил. Ну что, я могу сказать, что здесь уже все, ребят. Победа за нами. Он, может быть, еще, конечно, сам этого не понимает. Но я это прекрасно понимаю. Естественно, сейчас будет выставлять грибы, там, все это.
плодить их тут, размножать. Главное, чтобы он мне вот этого пирата не убил. Если, друзья, он убьет мне вот этого пирата, все пойдет на смарку. Весь мой план. О, вот на это он рассчитывал, ребят. Вот. Нет, не надо. Ну зачем же так жестоко? И чё? Давай так сделаем. Двойной удар. И сюда двойной удар. Он еще, наверное, не понимает, что ему крышка. Поехали. Все. Все, что хотели, ребята, мы сделали. Фиган тут двойными уронами хотел меня сейчас забомбашить. Ай, губа-то, я смотрю, не дура, да, у него? Губа совсем не дура была. Ну что, друзья мои, ежедневочки мы сегодня сделали. Тут еще, кстати, есть не только ежедневки, а здесь есть еще вот такие вот геройские задания, они называются. Например, вот солнечная батарея. Создайте лупу, нажмите на нее в коллекции. Я не знаю, что за лупа какая-то. Ну, я имею в виду, что это за увеличительное стекло, скажем так. Или тут создайте главу семьи, нажмите на нем в коллекции. Какой глава семьи? Удалите аппетит зубостизилы. Уничтожьте всех зомби. Прикинь, такая вот штука. Применяйте бонус на атаке капитана Огонька в бою. Познакомьтесь с орехом в доспехах и помогите ему обуздать его силу. Броненас должен повысить силу 6 растений. Броненас какой-то. В общем, задания тут есть. У меня выполнены все задания только лишь за... бабаха, насколько я помню, да. И за гриб, за ночной колпак. А вот еще и бета-каротина у меня нету. И великануса. Нет, в этом году, точнее в том году, ребята. Ближе, наверное, или в этом все-таки весной. Ну как весной, зимой. Где-то в январе, по-моему. Или в декабре. Раздавали, ну как раздавали. Был и бета-каротин, был и великанус. Но эти паки, где они были. Еще опять же не факт, что он тебе выпадет. С вероятностью там, по-моему, 20% или 15%. Они стоили по... полторы, по 2000, по-моему, или по 3000. В общем, очень дорого. Кстати, невероятное событие, давай попробуем пройти. Очень дорого и как бы... ну, я посчитал, что... если бы тебе гарантированно бы давали, да, на 100%, я мог бы позволить себе купить. Но когда тебе дают какой-то определенный шанс, ну, тут волей-неволей ты подумаешь, а нужно ли вообще тебе это все? И, кстати, тут смотри-ка. Да ладно, вот сразу начинает, друзья мои, сразу начинает у него серия. У меня какая-то фигня, как всегда, в руке. Плюс у него охотник, понимаешь? Вот что ты мне прикажешь сейчас сделать? Да иди ты, он еще и кошатницу эту позвал, прикинь. А что если вот так вот сделаем? Уничтожит он или нет? Конечно, у него все есть, прикинь. У него все есть. Ты удивлен, я нисколечко. У него все есть. Сейчас кошатницу свою будет прокачивать. Ты запарил, а? Да. Именно кошатницу он прокачивает. Ну что, я могу предложить только один вариант. Сделать так. И вот так. Погнали. Сейчас нам тут навтыкают. По полной, блин, программе.
Бамс. Тут кошадница и этот еще охламон лезет. А мы с тобой сделаем... Мы с тобой сделаем вот так вот. Угу. А вот так вот тебе будет не слабо. И вот так вот. А сейчас будем смотреть, что мы будем делать, ребят. Безумие. Вот это как тебе, нормально? Обалденно прям, да? Кливер. Охотник-то, мне плевать на него, на этого охотника. Давай-ка я вот так вот сделаю. Я посмотрю просто, чё, что нам тут выпадет. 3, 4, 5, да, получается. Блин, у нас очень мало здоровья, ребята, будет. Но кошатницу, по крайней мере, подбили. Ну и вот этого громозеку надо как тоже, я не знаю, что с ним делать. 3, 3, 6, мы можем прикрыться здесь и здесь. Что, оборзел, что ли, я не могу понять. А, парень? Ты оборзел или чё? В плане мне не хватит. Все, понятно, короче, ребят. Ну и вот скажи мне, как вот я должен вот этими картами всеми. Что они мне тут дали, это полная фигня. Ладно, друзья. Это событие все равно пройду. Но уже явно не сегодня. Будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.